Артур, поздравляю с прокатом короткой программы на первенстве России. Да, расскажи, доволен ли всем или были какие-то, может быть, недочеты, придирки к себе? Ну, в целом прокат выдался, ну, одним из лучших в сезоне. Ошибка была на флипе. Ну, флип это в этом сезоне не складывается, потому что он у меня с ребром. И есть технические моменты, которые надо еще исправлять. Поэтому флип был нехороший. Ну, из тех, что я делаю на тренировках. В целом, ну, тренеры довольны остались. Сказали, обидно за флип. Ну, все равно молодец. В этом сезоне ты выступал на двух этапах гран-при, да, но тоже не все получалось, на то были причины. Можешь рассказать, как складывался этот сезон и чем объяснялось, может быть, такое, скажем, не идеальное катание, хотя в прошлом сезоне ты стал призером юниорского чемпионата мира и был такой взлет. После чемпионата мира начались активные разучивания четверных и период роста активный. Я вырос именно в тот момент, когда у меня появилась травма в пределах 10 сантиметров. Тяжело. И это выявилось. И с апреля у меня травма, которая еще не отпустила до конца. Она еще держится. Ну как готовился к этому старту? Какие, может быть, были сложности или какие задачи ставил перед собой в связи с этим? Ну, мы поняли, что тут надо по максимуму катать, как хочешь. Мы выступали буквально 2 недели назад на Кудрявце, я там абсолютно ужасно откатал. После этого мы активно сделали план, по которому шли. Это были каждый день прокаты программ целиковые, потом с связками, чтобы по полной накатать программу и сделать тут максимум. Понятно, вот. Если такие каждый день прокаты, да, сейчас программа как-то... Ну, я еще посмотрю, конечно, прокат, но в целом по эмоциям мне очень понравилось. Ну, Артур, желаю тебе успехов в произвольной программе. Спасибо большое. Чтобы ты тоже показал там свой максимум и удачи. Буду стараться. Спасибо.